Здравствуйте, с вами календарь охотника от портала Трофей. Последний месяц зимы погода всегда переменчивая. Лютые морозы сменяются оттепелями, а снегопады и метели ясными днями. Февралем заканчивается зимний охотничий сезон, и многие уже потихоньку начинают готовиться к весне. Для тех, кто еще не оставил надежд добыть свой зимний трофей, мы подскажем, на кого можно поохотиться в феврале. Охота на пушного зверя может похвастаться достаточно широким выбором. Белка, куница, ласка, соболь и другие пушные. Несомненным плюсом будет возможность совместить охоту на разных пушных зверей. В этом месяце заканчивается охота на дикого кролика, зайца-беляка и русака. Завершается в феврале охота таких хищников, как волк и лиса. Охотник сталкивается с рядом трудностей при охоте в феврале. Так, охота с собакой, преследование и поиск зверя затруднителен из-за глубокого подмерзшего снега. Охоту на лису в феврале проводят на полях. Образовавшийся наст и глубокий снег заставляет лисицу покидать леса, мышкуя на полях возле стогов, идя на приваду на полянах и в лугах. В феврале, во времена гона, существует способ охоты на лису, на лисьих свадьбах. Он заключается в охоте на самцов, которые становятся менее осторожными, следуя за самкой. Обнаружив такую свадьбу, следует разогнать лис и проследить за самкой по следу. Сделав укрытие, дожидаться самцов, которые, ведомые гоном, возвращаются за самкой. Охота на волка в конце зимы не только увлекательное занятие, а порой и важное дело. Волки уничтожают большое количество копытных – косуль, оленей, лосей, а в районе пастбищ – домашний скот. С образовавшимся настом они легко догоняют добычу, которая не может уйти от погони, проваливаясь в снег под своим весом. Охоту на волков проводят с крадом или с волшками. Для охоты следует выбрать ветреную с небольшим снегопадом погоду, в которую хищник менее осторожен, что позволит охотнику подойти на верный выстрел. При охоте с волшками в качестве привады используйте тушу скота. Обнаружив лёжку без выходного следа, обносят ее флажками и, оставив небольшой проход, маскируются и поджидают у него зверя. В период февральской оттепели охотимся на енота и енотовидную собаку. Почуяв тепло, зверек просыпается и начинает рыскать в поисках корма. Обнаружить его можно в старых листьях или барсучьих норах, всевозможных укрытиях. Пойманный зверь нередко прикидывается мертвым. Так что, как только ваша собака вытащила его из норы, не забудьте о такой особенности зверька, иначе вы рискуете упустить трофей. Охотимся на куницу в феврале троплением, с собакой или самостоятельно. К этому времени, изрядно истребив в районе своей охоты белок, а также запасы в схроне, куница спускается и проводит больше времени на земле, отыскивая себе в качестве пропитания мелких грызунов. Часто встречается в поваленных деревьях, трухлявых пнях. Сильный мороз проводит время у себя в укрытии. Поиск и преследование с собакой затрудняется из-за глубокого снега, в котором она постоянно проваливается, что сказывается на выносливости и потере собакой следа. Можно проводить охоту и без собаки по свежевыпавшему снегу. Но такая охота потребует больше внимания, умения находить и читать след зверька. Февраль – сложный месяц, поэтому не лишним будет проявить заботу о животных, подкармливая по возможности зверей и тем самым заботясь о будущей охоте в этих местах. Охотимся на лису и волка загоном, флажками, с крадом. На пушного зверя охотимся троплением, собакой или в одиночку. С вами был календарь охотника от портала Трофей. До встречи, друзья!